Организация «Мамина помощь» под руководством Ольги Кравченко продолжает череду своих добрых дел. Проекты «Коробка радости» и «Книжный домик» стартовали еще в 2016 году. Они были разработаны, чтобы помочь болеющим детям не только с пользой провести время в стенах медицинского учреждения, но и быстрее пойти на поправку. Вот такое доброе дело, но я считаю, что оно действительно нужное, потому что порой наши дети очень много внимания уделяют гаджетам на данный момент. Ну, развитие ума никто не отменял, пускай читают наши детки. Саше осталось находиться в отделении педиатрии недолго, всего лишь до вечера. Но получив настольную игру, мальчик с улыбкой пообещал успеть сыграть в нее до выписки. Семьи подопечные Центра поддержки материнства «Мамина помощь» с большой любовью передают издания из своих домашних библиотек к книжному домику. Полки с этими книгами располагаются в столовой детской больницы. Я уже была как бы участницей «Маминой помощи», ну и так оказалось, что попали с ребенком в больницу. Вот. И как раз воспользовались уголочком читальным. Очень нам это помогло, обрадовало ребенка. По мнению заведующей педиатрическим отделением Одинцовской ЦРБ, организация «Мамина помощь» свое название полностью оправдывает. Она действительно помогает, буквально раскрашивая яркими красками будни маленьких пациентов. Организация «Мамина помощь» пополняет наши книжные полки регулярно. И книжки расходятся и по больнице, и они их забирают домой, потом нам возвращают. Настольные игры – неотъемлемая часть досуга детского, которая положительно влияет на их состояние морально точно. Сотрудничество благотворительной организации с Одинцовским отделением педиатрии обязательно будет продолжено, заверили организаторы. Уже сейчас эта работа приносит свои бесценные плоды. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».